Ребятушки, всем привет! Всех вас целую, люблю, до луны и обратно. В общем, мы только приехали с Вязаного рынка. Ничего я опять сегодня не сняла, я просто не успела. Жара была невыносимая. 35 в тени, наверное, 40 в тени было. Мозг просто закипал, поэтому все люди начали рано собираться. Все, в 11 часов там уже, можно сказать, никого нету. Вот так вот все. И поэтому некогда было снять. Но я, девчонки, быстро пробегусь по новинкам. Что новенького есть. В общем, смотрите, привезла, не привезла, то есть я заказала вчера стиберды, сегодня стиберды встречали вот эту посылку. Сейчас я вам расскажу и объясню, что там. Вот, это все делает женщина, травница, отправляет куда угодно. Ну, в общем, вот это балхам, девочки, балхам. Что такое балхам? Старинное народное средство при заболевании легких и гнойных ранах. Состав: мед горный 100%, смола сосновая, масло топленое домашнее. То есть на вот этой основе делается вот этот балхам. Смола обладает ранозаживляющим эффектом, а также является природным антибиотиком. Показания: бронхит, пневмония, бронхиальная астма, туберкулез и другие инфекционных заболеваний легких. Также можно использовать для местного применения при гнойных ранах. Вот это, девчата, вот этот балхам, это мне все заказали. Вот это на заказ. Если будете писать, заказывать, я и себе тоже взяла, и себе, и маме. Если будете писать, я буду у нее заказывать. Она действительно именно травница. Она делает всякие всевозможные... У нее всевозможные есть травы, что у нее только нету, я в них ничего не понимаю, но если кому-то надо, все узнаю, все спрошу. Вот это все она посылает тоже по всей России, куда она только не посылает. Потом, девчата, мне заказали еще варенье из сосновых шишек, но я его взяла так, с лихвой чуть-чуть, вот. Сосновые шишечки, видите, вот такое вот вареница, вот в таких вот баночках. Это баночка 250 грамм баночка. Вот. Сейчас, 2 секунды. Вот, варенье тоже сегодня попробуем, что это такое. Что это такие за шишечки, гляньте, маленькие-маленькие шишечки. Слышала о нем, но никогда его не видела. У нее там, у нее ассортимент очень большой. Я все узнаю. Но это именно я почему вот это все заказала. Это потому что на заказ. Вот. Но если будете брать, буду у нее также заказывать. Ой, вся обложена здесь. В общем, что, пальто опять, девчата, кардиганы. Все, в принципе, то же самое, но есть кое-что новенькое. Так, это нитки пух. Пух просили вот именно вот такого темного цвета. Вот такие две упаковки. Пух как? Не чистый пух. Тут так, пуховая пряжа для вязки. Тут идет 40% пуха и 60% акрила. Так, девчата, вот эти вот жилетки. Вот, все не буду доставать. Ну вот они, классные, здоровские. 62-й самый большой размер. Дальше. Так, девчата, вот эти болеро. На них наконец-то кто-то обратил внимание. Это здоровская вещь. Здоровская вещь. То есть такая универсальная вещь. Она имеет, наверное, 3-4 размера. Рукава у нее не прошитые. То есть вот это все разлетайка. Видите? То есть рукав нет. Вот просто понча. Вот такой вот воротничок. Выглядит это, конечно, стильно, модно, так достойно. Очень хорошая. И ткань такая хорошая. Вот в таком цвете есть. А потом рябой чуть-чуть с красным цветом есть. Еще какой-то третий есть. Но вещь очень достойная. Сами понимаете, сейчас вытащила с пакета. Когда она висела на манекене, я видела, мерили там женщины. Шикарная штука. Шикарная на осень. И под брюки, и под юбку. Если под прямую юбку. Шикарно будет смотреться. Так, это убираю. Не заставлять тут. Так, жилетки довезла в тот раз двоим, по-моему, или одной не довезла жилетки. Ну, в общем, довезла и на этот раз, и на тот раз. Так, вот такие вот жилеточки, девчата. Это вот акрил с шерстью. То есть это не чистый акрил. Это 30% акрила, 70% шерсти. Это не пуховые, они недорогие, эти жилетки. Так.
Вот такая вот шапка со снудом. Научили меня правильно говорить. Не хомут, а снуд. Так. Вот такой вот хорошей толстой вязки. Такой объемной вязки. Даже не толстой, бы я сказала, а объемной. И к ней идет вот такой вот снудик. В два раза его перекрутить, перевертеть. И здоровски будет это все дело смотреться. Так. Сходу. Только зашла. Все. Думаю, я смотрю, мой сейчас нет. Если я сейчас пойду купаться. И так, серенькую челму заказывали. Вот такая вот серенькая челма. Так, вот такая вот черненькая челма заказывали. Вот видите, сзади можно вот эту резинку-мочалку вставить. Будет шикардос. Так. Вот такая вот, две шапки брала. Вот такая норка. Ну, в общем, мы выбирали. В общем, с висюлькой. Женщина не хотела с висюлькой. Вот эти висюльки, они снимаются, но я снимать их не буду. Вы меряете. Можно без висюлек покупать. Может, вам понравится с висюлькой. Ее убрать, она снимается на раз-два. Вот. Поэтому шапки хорошие. Девчата уже пополучали. Они на любую форму головы, девочки. На любую. Так, вот такая шапка. Вот с таким вот островком. Шикарно, мех ровный, идеальный мех. Женщины тоже вот их меряют, подходит, очень подходит. Так, я же смотрю, кто что меряет. Нет, нет, как взгляд попадается. Итак, девочки, вот это кардиган крупной вязки. На той неделе белый, я хотела женщине, она хотела белый. Их не было. А сегодня пришла, их тоже не было. Я говорю, ну вы мне обещали, что они будут. И в общем, уже только в конце рынка я нашла в одном месте чисто белый. Смотрите, какая прелесть. Вот такая вот прелесть. Они модные сейчас пошли. Их оптовики забирают просто мешками, вот эти вот кардиганы развозят. Но они, девочки, не дешевые, скажу вам так. Развозят по всей России. И уже там цена, конечно же, на них. Я такие взяла еще цветные. Так, сразу убираю в пакет, складываю, потому что вещь такая марка. Так. Так, вещь марка. Пусть лежит вот так. Так, дальше что? Я еще новенькое что-то взяла. По пальто это все понятно, девочки, вы это все видели. Пальто девчата тоже стали брать, потому что холода, как говорится, не за горами. Так, вот такой вот кардиган вот этой вот вязки. Тоже он и пойдет и на размер 52, и на размер 54, и на 46 пойдет, и на 48. То есть он как лапша такой, знаете. Размеров на них нету, чтобы их продавали по размерам. Но до 54-го, девчонки, точно они подойдут. 52-54 смело. Разные-разные расцветки. И черный с желтым, и черный с синим, и с лимонным, и с каким только нет. Так, вот такой еще. Вот такая еще прелесть. Вот, по длине. Ниже колена, девчонки. Ниже колена. Так. Убираем. Так, хотела вам показать новые кофты. Такие классные, здоровские кофты. Так. Где они? Вы их не видели? Так, это жилетки. Жилетка серая. Ну, все предпочитают вот с пуговицами. Сколько беру с пуговицами. Так, вот такая бордовая. Девочки, самые частые города. Хотите знать, кто больше всего заказывает? Это Казахстан. Казахстан. Ростов. Алтай. Что еще? Какие у нас? Германия. Это прям вообще очень часто. Так, это вот кардиганы. Вот оливковый цвет. Вот такой вот цвет. Кардиганов тоже очень много на этой неделе заказали. Очень много пальто и очень много кардиганов.
Так. Пальто в сером цвете, девочки. В сером цвете. Так, пончо. Вот такое пончо спрашивали. Удлиненное больших размеров. Сейчас я вам покажу, как это пончо выглядит, удлиненное больших размеров. В общем, по всей длине оно идет на кнопках. Вот. Тоже на осень. Если вот то пончо без рукавов, то вот это удлиненное болеро. Вот, смотрите. Вот что значит удлиненное болеро. Пойдет на размер 62, 64 смело. А, может быть, даже и 66, но уже там... Ну нет, девочки, нет, на 66 не пойдет. 62, 64 пойдет смело. Вот, видите? Вот, если запах дела... Пойдет, да, 62, 64. Вот длина. Длина даже, можно сказать, чуть-чуть... Ну вот, наверное, до колена, да. Не до колена, а даже чуть-чуть ниже, чем колено. Вот, вот эти вот называются удлиненные болеро. В синих цветах, в серых цветах они есть. Но они дороже, чем обычные болеро. Сами понимаете, за счет длины, за счет материалов. Цены, опять же, поставлю в WhatsApp, пишите в WhatsApp. Там будут все цены. Так, нитки, девочки, нитки. Вот карачаевская пряжа. А вот это все цветное. Это все карачаевская пряжа. Тут и горчичные цвета, и розовые, и красные, и всякие-всякие всевозможные. Так, я вот так разложу, потому что у меня там есть кофты, которые новые, я вам хочу показать. Так, это что у нас? Это тюни боляськи. Боляськи на 3 годика. Вот такие, видите, лопатуськи. Так. А то все, ну, полосатые кардиганы, они просто. Она говорит, я скоро даже на рынок не буду выходить, у меня их будут забирать. Ну вот, девочки, из новой серии. То есть они, не, они, знаете, не удлиненные, как те, да? Так они вот прикрывают, поняли, что прикрывают. Здоровские кофты, просто здоровские. В общем, смотрите. Но размеры ограничены. Короче, только они идут до 52 размера. 52, 54 еще, все. Дальше нету. Если те идут до 62, то эти 52-54. Вот такая вот кофточка плотной вязки. Вот с такими визюльками можно этот воротничок затянуть там, да, чтобы горло закрыть. Вот такой вот. Модненький тоже. Два кармана сбоку идут. Так, идет еще вот такая вот кофточка тоже здоровская. Так. Они идут там красные, фиолетовые, по-моему, и вот бордовые, и синие. Ну, в общем, расцветок много, уже под конец рынка брала, они уже начали собираться. Так, вот такая кофточка идет, но я вам сейчас покажу вязку. Она немного такая рыхлая, она немного в дырочку, эта вязка. Вот, смотрите, тоже теплая такая вещица, тоже на осень. Здоровские, мне они тоже понравились, я вот думаю, мне почему-то уверена, что вы на них обратите внимание. Вот такой вот. И сейчас открою, покажу вязку. На замочках. Замочки аккуратненькие такие. Вот, видите? Вот такая вот вязка. Рыхлая такая, хорошая. Вот. А этот поплотнее. Этот такой вот, ну... Ну, это особенность такая вязки его. А этот поплотнее. Так, девочки, пижамы. Детские пижамы. Одну открою, ну, всевозможных расцветок. Тут и единорожки. В общем, это на рост 120. Ну, 120 не бывает, говорят. Бывает вот 122. А, вот. 122 размер. Одну откроем. Единорожка, единорожка. Тут какие-то кролики. Тут медведь с шапкой Деда Мороза. Ну, в общем, есть расцветки. Вот такие классные пижамки. С очень хорошего трикотажа. Вот 6 штучек разных. Так, вот видите, вот такая. Трикотаж здоровский, не дешманский. Есть вот такой трикотаж неприятный. Этот хороший. Так, и вот такие вот штанишечки вот здесь на манжетиках. Пошито все идеально, супер. Тоже оптовики у нее очень хорошо забирали эти пижамки. Так,
Так, девчата, и гвоздь программы. Такой дорогой пуховый платок я не брала еще ни разу. Так, вот такая прелесть. 1,60 на 1,60 метра. Смотрите, он играет, он просто играет. Вот, дымка, прям дымка такой, знаете, дымчатый. Ну, это красотища неимоверная. Не дешевые девочки, не дешевые, но, как говорится, это ж не на один год берется, правильно же? Прелесть, платки прелесть, там у них такой выбор. И вот вроде бы платок, а у него даже углы красиво связаны. То есть вот здесь узор, рисунок. Вот если просто, я не знаю, вам на видео не видно. Начиная отсюда до сюда, узор, рисунок вот так идет. Ромбиками, ромбиками и в дырочку. Ну, короче, я не знаю, как это объяснить, но это просто здорово, великолепно. В общем, вот такая вот прелесть. Так. Вкладываем. Сразу в пакет тоже убираю. Дальше. Балерошка тоже на маленькую девочку, на маленькую красотулечку. Я даже не смогла разглядеть, вообще школьное что-то появилось там. Мне кажется, сейчас похолодает, они будут подольше стоять. Люди просто не выносят. А представляете, на солнце там есть ряды, но это мало там, где ряды. А все остальное просто стадион на палящем солнце. Вот такая водолазочка идет. Вот с таким горлышком оно подворачивается. И сверху вот этой водолазочки идет вот такая балероска. На маленькую модницу. Вот такая балерошка, видите? Нежно-нежно розовенькая. Так, дальше. Это тоже убираем. В общем, вот эти девчонки кофты, они тоже здоровские. Но видите, если в тех преимуществах, что они до 62 размера, да, то в этих только 54, ну, может быть, 56 максимум. Все на этом. Так. Что тут еще новенького? Девочки, ну вот это, вот этот мешок, чтобы вы понимали, это все пальто. Девчата их полюбили, просто полюбили. Начали заказывать, уже некоторые по два пальто себе заказали. По два, только разных цветов. Вот представьте. То есть, те, кто заказывал, вот они и заказывают. Смотрите, вот в таком цвете появилось. Это у нас как беж идет, или как этот цвет назвать? Ну, беж, наверное. Сейчас тоже ж пошли эти цвета там. А, пудра, мудра, блин. Раньше было понятно. Синий, зеленый, красный, а сейчас вон... Какие хочешь. В общем, вот такой вот цвет. Еще брала женщине укороченная серая. Я в тот раз привозила серая, но в этот раз укороченной версии его брала. Так, где оно? Вот, в укороченной версии. В общем, вот это моя женщина, у кого я беру. Она их шьет. В общем, у нее с внуком. Ту-ту-ту. Все нормально, выписали. Он же у нее попал в сильную аварию. И поэтому с пальто были проблемы. То не докуплю, то ее не было. То она не шьет. А сейчас, говорит, все, буду, говорит, работать без перебоя. В общем, смотрите, укороченная версия. Вот такая вот серая пальтишка, буклирована. Молодые девчата ходят, я же вижу. И у меня вообще такой человек, знаете, ну я на все обращаю внимание. Молодые девчата проходят и щупают эти пальто, меряют вот такие жилетки из вот такой буклированной ткани. Сейчас пошли, я смотрю, уже подростковые вот такие вот. Но я вот, знаете, не знаю, как... Ну, детские вещи, понятно, на 2, на 3 годика это все понятно. Но вот как подростковые, я ни размеров подростковых не знаю, ничего такого, да. А со взрослыми понятно, объемы померила. Ну, в принципе, можно также объемы и на подростковые пальто, и на детские пальто. Так, девчата, это тапки. Вот это все... А, нет. Вот они, носки эти полюбившиеся всем. Полосатые очень много, больше полпакета вот это носки. Это пошли тапки, кожа. Даже в этот раз вот эти тапки с пушком мало привезла. В основном вот кожу. Особенно красные девчата тапки полюбили. Ну тоже, то есть они, то нету их, то разбирают. Бирюза. Вот эта кожа, вот это не черные девочки, видите? То есть они могут быть как и мужскими, так же и женскими. Смотрите, они... Коричнево-рыжие вот такие вот. Видите, они также и женскими могут быть.
Так, дальше. Это все носки, вот эти пуховые. Спрашивают, обязательно брать по 5 штук. Нет, девочки, хоть 2, хоть 3 берите. Это просто они пасмочки вот так вот эти связывают, и получается 5 штук упаковки. Кто по отдельности берет, кто как. Так, шерсть. Вот это, девочки, все шерсть, чистая шерсть. Чистая шерсть, она не крашеная. Она во всевозможных серых тонах, она в белых тонах. Вот, вот это шерсть с акрилом, я вам объясняла. Так, и что у нас? Ну и все, больше не буду вас задерживать. Показывать то же самое, кардиганы. Вот это все пальто, и до самого низа идут кардиганы. Полосатые, всевозможных цветов. Вы их уже все знаете. Все видели. Ну, давайте еще. Может, кто-то не знает этот. Бывает, вот у меня у девчат новые подписываются. Бывает, раз там в день. То 10 человек подпишется, то 20 человек подпишется. Скажет, что она, кто она, что она там продает. Вот, вот такие вот кардиганчики. На осень просто шикарно. Вот этот цвет фисташковый. Вот, видите, они удлиненные. Два кармана таких хороших, прям причем глубоких. Девчата фоткаются, кто получил, присылают фото. В общем, говорит, Юлька, здорово. Здоровские кардиганы. И сидят они на них хорошо. И модные они. Они и на все возраста идут. На все. Как на молодых женщин, так и на пожилых женщин. Так, все показала всем. Все показала вроде бы. Тут еще сумки, пакеты. Но это все тапки, носки, пояса. Это вы все уже тысячу раз видели. Пальто вот еще бордовое. Я смотрю, думаю, может новенькое что-нибудь. А, девочки, жилетки. Жилетки. Сейчас я вам покажу. Это вот войлочные жилетки. Видите? Сейчас одну померю на себя, покажу вам. Так. Это вот у кого хозяйство. Ничего вас не протянет, не продует. Ничего с вами не будет в такой натуральной жилетке. Так, на замочке. Карманчик. В общем, смотрите. Видите, какая красота. Вот здесь карман. Ну, конечно, это же не мой размерчик. Так, зик, на замочек. Все застегнул. И все. Ни поясница, ни спина ваша, ничего. Потому что это натуралка. Так. Все, девочки. На этом обзор заканчиваю. Всех вас целую, люблю, долны и обратно. Мой WhatsApp под видео в описании. Закрепленный в комментариях. Платье, девочки. Я в нем хожу на рынок. Вот, видите. Сегодня должно было быть взвешивание. Но я как человек неспокойный, девочки. Когда ехать в субботу, я не на нервах. Я почему на нервах? Потому что этот, ну, ответственно ко всему подойти, ничего не забыть, ничего не упустить, составить логистику, куда мне лучше пойти, чтобы не тратить лишнее время. И вот это у меня все, у меня вот это думки в голове. И что, я не могу в субботу спать, просто не могу. И 2 часа ночи я не сплю. Ну и что, я заснула, я в 3 часу будильник поставила на 4. Будильник на 4, ну встали. Не, я так бодренькая, еще ничего не могу сказать, ну просто жара убивает. Вот. И утром встала, у меня сегодня день взвешивания, сегодня 7 число. Отвес, девочки, очень хороший. Ну, от взвешивания у меня уже будет завтра. Это платье трещало, швы трещали просто на нем, рукава отпивались. Все, видите, процесс идет, процесс запущен. Но мне на рынок само то нормально, оно длинное, мне то нагнулся, то с сумками, то этот для рынка прям пока еще пойдет. Мне вообще пофигу, в чем на рынок ездить, там девчонки такая пыльная, такая вся приезжаю, чумовая оттуда. Вот, и с утра завтра встану, взвешусь, расскажу вам все о своих ощущениях. Завтра, сегодня ровно 4 месяца, как я сделала себе резекцию желудка. Так что все, пока-пока-пока, увидимся с вами завтра.